Всем привет! Меня зовут Анна, и хочу показать, чем я тут занимаюсь. В данный момент я вяжу джемпер для собаки. У нас баллонка, и вот мы ее постригли. На улице холодно, поэтому я решила связать джемпер. Вяжется очень быстро. Я буквально вот часа полтора назад начала, тут и то отвлекалась. Вяжу я из пасмы. Это у меня остатки от белого кардигана, который я вязала больше года назад. Плюс у меня еще вот маме, что я кардиган вязала, тоже вот такой остаточек. Есть еще салатовый, но я вот с этим буду комбинировать. И вяжется, в принципе, довольно-таки просто. Набрала я 60 петель. Провязала немножко резинку 1 на 1. У меня есть желтый джемпер 2 года назад. Я вязала ей. Вяжу все точно так же. Единственное, в этом джемпере я сделала покороче резинку по вороту. Потому что, помню, на том джемпере у нее он как бы, гармошкой тут, длинный не надо собаке. Поэтому я тут буквально немножко провязала. Дальше я распределила 18 петель на животик ей, по 5 петель на рукава и 28 на спинку. По одной петле регланной линии. В реглане я прибавляю из петли нижнего ряда, получаются вот такие вот дырочки. И как я вяжу, по переду я не делаю прибавок. В рукавах я делаю с обоих сторон, по спинке также с обоих сторон. И делаю вот так вот прибавки, кроме переда. По переду так 18 петель у меня идет. Провязала немножко, тут я не скажу, сколько в сантиметрах. Но, в общем, по рукавам у меня получилось уже не 5, а 25 петель. Пересняла их на ниточку, добрала по 2 петли подреза. И продолжаю вязать тельце по кругу. Здесь маркеры вот перед я так и оставила помеченный 18 петель. Потому что сейчас я еще немножко вниз провяжу. И буду потом на спинке прямыми обратными рядами вывязывать как бы углубление. Чтобы как бы по спинке джемпер был подлиннее, чем по переду. Вот. Такой вот. Хотела я, конечно, комбинезон прям связать, но у меня нету никаких пуговиц. И в магазине я как-то смотрела, тут у нас ничего нету. Джемпер нужен срочно, потому что постригли собаку. Вот чем я занимаюсь в данный момент. Тут немножко у нас просто в семье были события такие, что ни настроения, ничего вязать не было. Я вообще, если дома находилась, то какие-то дела делала или просто, знаете, включала какое-нибудь кино, смотрела, и чтобы отвлечься, ни о чем не думать. И вот только вчера, наконец, вот все-таки уже хочется и повязать. Прям, скажем так, руки чешутся, да? Так, и еще вчера я начала вязать. Хотела-то я какую-нибудь блузку себе, но в итоге стала вязать футболку. Это пряжа фиалка. У нее как бы нету толком таких, я так поняла, 100% хлопок, метража там нету. В интернете я посмотрела, по-моему, 300 с чем-то метров в моточке, а моток 75, что ли, грамм или 50. Не знаю, это вот Камтекс, по-моему, фиалка. В двух цветах. Это я перед Новым годом зашла в магазин, просто купила 3 моточка вот таких светлых, 2 вот таких. Это остатки там были. Там еще были черные такие. Но я уж не стала, думаю, вот эти. Я думаю, 5 мотков мне, в принципе, вполне на футболку хватит. И вот решила так, чтобы не думать. Я хотела поближе к теплу связать. Сейчас думаю, ладно, не надо заморачиваться, ничего высчитывать. Набрала просто петли и вяжу реглан. Такой вот дырочками делаю, полосочками. Что-то у меня в последнее время прям на полосочки тянет. И тут, в принципе, ничего сложного, но по этой кофточке я снимаю видео все-таки, мало ли, как росток вязала, как чего, мало ли, может быть, новичкам кому-то и пригодится. Здесь я, как видите, не делала сразу никакой горловины, ничего. Я и не хочу, я хочу потом просто, наверное, крючком обвяжу чуть-чуть и все. Не хочу никаких резинок 1 на 1, 2 на 2, будет просто так, вот. Не знаю, насколько мне этих мотков хватит. Это у меня вот еще первые 2 только начаты. Вот у меня с оранжевого, со светлого сколько осталось. Этого еще сколько.
и еще 3 мотка. Но я надеюсь, что как бы ну, на длину футболки тут хватит. И надеюсь, что мне хватит на рукавчик до локтя. Где-то вот такую вот хочу футболку связать. В общем, вот вчера еще вот эту вот начала вязать. Хоть нитка вроде бы и тоненькая, но в принципе тут ничего сложного. То есть лицевой гладью вяжи да вяжи. В общем, вот такие вот дела. Сейчас я пока эту отложила. Сейчас свитер довяжу тут. Ну, я, наверное, думаю, часик-полтора, да я закончу джемперок собачий. И все. И буду уже вязать дальше эту футболочку. Ну и, в принципе, на этом, наверное, все. Показала, чем я занимаюсь. В общем, то болела, то одно, то другое у нас тут. Ну, в общем, начинаем как-то немножечко возвращаться в свою колею. Начинаю вязать. Вот. Хотела еще вот себе начать кардиган, но пока не стала, потому что я все никак не определюсь. То ли я хочу его английской резинкой связать, то ли ажурный. В общем, не знаю. И хотела еще кофтеечку там одну тоже начинать. Но, честно говоря, голова что-то забита. Не до того, чтобы лазить, узоры там смотреть. В общем, я вот просто начала то, что ну, вообще не думать не надо. Хотела простую футболку. Вот пока руки заняты, в общем, этой футболкой, и ладно. Так что, ну, на этом, в принципе, все. Вот. Погода у нас тут то была слякоть, все текло, таяло. Сейчас такой небольшой минус каждый день. Вот. Ну, в принципе, так на улице хорошо. Ну, вот собаку вот мы тут тоже в связи с своими событиями как-то ее не расчесывали, ничего. У нее появились колтуны. Мы обычно ее стрижем где-то в апреле. И стрижем, ну, она баллонка кудрявая такая, да, мы ее под машинку оставляем ей голову лохматую и хвостик, как у льва, в общем, она как лев. Вот, а тут что-то стал муж ей расчесывать эти колтуны, никак их не разодрать. И, в общем, приняли решение постричь, хоть еще и зима, но уже. Вот, зато мне нравится сейчас, вот она весной будет обрастать, когда у нее такая вот коротенькая шерстка, вообще мне так нравится. Вот, ну вот, позавчера постригли, вчера, в общем-то, на улицу утром она по-быстрому там сбегала с мужем, вечером я с ней выходила, она прям выходит, это, ну, свои дела сделает и стоит, дрожит, в общем, поэтому надо немножечко нам собачку свою утеплить, вот, когда довяжу, пойдем гулять, я сниму, покажу, как это будет джемпер смотреться на ней, до этого джемпер, вот я 2 года назад ей вязала желтый, она, зараза такая, где-то у нас там бегала, ну, еще в доме там вот жили, в деревне, где уж она, может, кусты какие залезла или еще что-то. В общем, пришла она без этого джемпера. И вот поэтому я хотела связать ей комбинезон, но у меня нету пуговиц. Вот. Единственное, у меня есть еще тоже пасма, остатки салатового такого яркого цвета, и есть желтая молния короткая. В принципе, она так по цвету, там ничего подходит. Но как бы тоже, я не знаю, на молнии. Вдруг вот, ну сейчас-то она, ладно, когда стриженная, да, главное, чтобы кожицу ей не прищемить. А вот когда шерсть будет обрастать, я боюсь, что просто эта молния будет закусывать шерсть. И как бы будет неприятно, в общем, собаке. Поэтому, не знаю, надо посмотреть где-то пуговиц. Вот еще хочу у мамы спросить, может, у нее там где какие есть. Вот. Если найду пуговки, то тогда свяжу ей еще один комбинезончик. Или салатовый вот с пасмы, или свяжу. Есть у меня еще вот Реал 40 пряжа с жилетки осталась, которая вот ну, такая темно-зелененькая. Вот тогда с нее еще свяжу. В общем, вот такие вот планы. Вот. Будем собаку сейчас утеплять. Ну, на этом все. Всем спасибо. Пока-пока.